Мы были воспитаны на этом празднике. Мы помним прекрасно, когда мы были детьми, насколько красочно он всегда проходил, и в школах проходили специальные уроки. И все это оправдано. Очень жаль, что последние годы, особенно в Прибалтике, даже у нас в Молдове, ставятся под сомнение те жизни, которые были отданы за то, чтобы мы сегодня жили. В каждой семье есть свои традиции. И в нашей семье тоже есть эта традиция. У нас дед воевал в Великой Отечественной войне и дошел до Берлина, и был ранен под городом Котбус. И я убежден, что пока мы будем помнить, пока мы будем чтить, наши детки не переживут тех ужасов, которые переживали наши деды. Для вас этот день как трактуется? Вы знаете, я согласен с тем, что это праздник со слезами на глазах. Со слезами за тех людей, которые погибли, которые боролись за эту победу, которые ковали эту победу. И со слезами за то, что кое-кто у нас в стране трактует это по-другому. Они хотят все переиначить, не получится. Это был день победы, который освободил не только Советский Союз, но всю Европу от фашистской нечисти. И считаю, что этот праздник ни в коем случае не должен быть забыт, как и имена тех, которые погибли, которые сражались во имя этой победы. Для вас этот день какой? Для меня это день, который олицетворяет победу добра над злом. Я не случайно упомянул в своем выступлении, что, к сожалению, у нас есть в обществе силы, уже появились в нашем обществе эти силы, которые пытаются не просто извратить историю, не просто стереть с памяти тот подвиг нашего народа, признанный всем миром, но и чуть ли не... сравнить, чуть ли не приравнять подвиг этих людей к преступлениям фашистов, военным преступлениям. Они же пытаются пропагандировать идеи маршала Антонеску о великой Марии Унирие. Они же насаждают ксенофобию, они же разжигают межнациональную рознь. Вы проведите аналогию. Именно так в 30-е годы начинался этот фашизм, когда мешали евреи, другие национальности мешали. Вот сейчас то же самое. И самое главное, я хочу отметить, что этим же людям мешает и молдавский народ. Тот, который не принимает вот эту идеологию маршала Антонеску и Унире. Тот народ, который тоже воевал в Великой Отечественной войне, тот народ, который потерял тысячи и тысяч своих сыновей и дочерей в этой войне и не хочет потерять свою память. Для них эти люди тоже оказываются манкрутами, тоже оказываются теми, которые должны быть вывалены за борт истории. Однозначно это день победы, потому что мы все родом из одного государства, которое действительно... В наших умах воспитывался этот праздник именно то, как победа над фашизмом, победа над серой чумой, которая нависла над Европой. И на сегодняшний день наша точка зрения однозначно никак не может поменяться, не связывая ее ни с какими событиями. Кузнецов Сергей Дмитриевич. Он воевал и погиб в 42-м году под Москвой в Волоколамском направлении. Ну и родственники были в Ленинграде. Сестра двоюродная, братья тоже так же погибли. Сестра, ей было 18 лет. Она погибла от бомбы фашистов,
попала бомба в дом, и они задохнулись все на кровати. Очень грустный праздник, но надо жить, надо вспомнить, что наши родственники погибли за правое дело. В Великую Отечественную войну погиб мой папа, которого я не видела, не знаю, потому что рождена в 41-м году, в час, когда фашисты вошли в наш город. Я родилась в Украине, город Чугуев, поэтому этот день, это память со слезами на глазах. Да, папа воевал, мама была в тылу врага. Коротко расскажите. На Западном фронте был отец. Мама оставалась без родителей, потому что погибли от голода в годы войны. Что сказать? Конечно, очень часто рассказывали об этом, очень трогательно. Вот я сейчас не могу без слез слышать о том, что плохо относятся к ветеранам войны. Как их можно не ценить, когда они завоевали нам? Мы сегодня живем только благодаря им. Ну, у нас немножко другое видение этих событий, что происходит в настоящее время. Та война была отечественная, была война за нас, за нашу Родину. Нам пришлось исполнять долг. Но долг также доверила нам, наша Родина, исполнять. Да, это было в другом месте. И поэтому нам, как будем говорить, людям, прошедшим ту войну, все-таки те, кто носят награды, должны также поминать и людей, прошедших Великую Отечественную. И поэтому мы также ходили и будем приходить на 9 мая, потому что это война всех нас, наших дедов, наших отцов. Ну, а мы, как предки, потомки, должны только вспоминать. А день траура – это просто, ну, нет, не должно быть таких вещей. Это должен быть день памяти в любом случае, но не день траура. На Мамаевом кургане здесь от века и до века плыть гвоздиком по воде. Кто-то в голос зарыдает, на колени кто-то станет и обнимется калека со стеной своих друзей. Ну, я вообще увлекаюсь историей, собираюсь поступать на исторический факультет. Недавно вот писала научную работу на тему Холокост, так что при написании я еще много чего узнала, такие понятия, как Бабий Яр, Освенцим, которые в школе почему-то забыты, хотя очень страшные события происходили. Я когда даже писала эту работу, даже вот слезы на глаза наворачивались, когда вот просматривали видео в интернете, информации искали. Ну, очень трогает, не знаю. Просматривая фильмы исторические, документальные. Вот недавно посмотрела «Список Шиндлера». Тоже очень понравился фильм. Тоже отражает события тех лет. И я считаю, что любой нормальный человек, уважающий себя, уважающий свою историю, своих предков, не может оставаться равнодушным в Великой Отечественной войне. Ай, подожди, подожди. 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 Ай, подож